На всероссийскую уборку всех жителей страны приглашают экологи. В субботу, 31 августа, в стране запланирован экологический субботник. К акции присоединилась и Чувашия. В этот день в городах и районах республики пройдут субботники. Причем в традициях недавнего прошлого с выступлением агитбригад, концертами, митингами, шествиями, а также выставками и конкурсами на экотематику. Экологический десант высадится и в Заволжье, рядом с озером Астраханка, памятником природы регионального значения. Минприроды республики обещает доставить желающих до места назначения и обратно. Просит только заранее сообщить о своем участии. Желающих приобщиться к общему делу ждут на Ленинградской, 33, в 8 утра. Остается добавить, что всероссийской акции экологии пытаются улучшить состояние российских городов и районов, привить жителям страны экологическую культуру.